Играю ответную партию с Гроссом из Кубы. Бакалао 2624. Не знаю, кто это, честно говоря. Так, здесь давайте отвечу слон g4 таким образом. Забирает сразу. Хорошо, заберу тоже. Ферзь b3. И тут есть такое вот возвращение слона назад, насколько я помню. Так как ферзь ушел, наверное, на g4 ему особо делать больше нечего. Сыграю e6. И дальше будут поплотнее, как-то конь c6 ходить, наверное. Слон d6. У обоих у нас закрытые слоны. То есть слон чернопольный у белых не может включиться в игру, а у меня не может белопольный с c8. Слон d7. Конечно, для меня будет большой радостью разменять этого слона, и соперник почему-то позволяет мне это сделать. Видимо, у нее какие-то свои идеи на этот счет. Но мне кажется, что теперь у меня меньше плохих фигур стало в позиции. Конь, видимо, должен идти на a4. Так, он сначала забрал. Забрал, может быть, конь e4 теперь закинуть. Он отходит. Отходит, и я играю ладья c8. С f причем. f3 ход меня немножко напрягает, потому что я пока не знаю, что делать с конем. Отводить его назад или же брать на d2. Нужно будет решить. Опережаю по времени пока. Так, b4. Давайте, наверное, в агрессивном стиле опять. Нет, там конь b6. Агрессивно не получится. Тогда ферзь b7. С идеей ферзя перевести на b5. Заодно угроза еще конь d2 создается с последующим взятием на b4. a3 пошел. Вот теперь опять. То есть на ba у меня есть взятие на a3 и также ход c5. Пока у него король в центре, я думаю, это интересно смотрится. Так, забрал. Не боится ничего. Ну хорошо, забрал тут. Есть какой-то вариант еще перевести ферзя, ферзь e7, потом на h4 или на g4. За счет сильного коня попробовать что-нибудь организовать. На конь b6 есть еще ресурс конь d2 с последующей связкой ладьи, но он решил скорее рокировать. Наверное, это правильно. Наверное, ладья c7 стоит сыграть. Уйду из-под вилки. Слона переставлю на d6. И отведу коня, скорее всего, обратно. С идеей e5. Е5 резко нужно ходить, иначе зажмет по черным полям. Так, забираю пешку, похоже, зевает соперник. Конь Е8. Слабость восьмого ряда вот у меня немножко тут подводит меня. Так, не проигрываю тут часом. Ладья Е8. Е7 вернее. А вот тут уже, да, ладья e8 у него был ход, но он думал, что просто съедает у меня ладью. На самом деле нет, я выкрутился из этой тяжелой ситуации каким-то образом. Бью на e3, остаюсь двумя лишними. Далее, наверное, ферзь заходит на e5. Ферзь c3 с идеей размена. В общем, каким-то чудом я выкрутился из этой позиции тяжелой. Начинаю теперь атаку, давлю по времени, и должно быть это выиграно. Да, сдается соперник.